Здравствуйте, меня зовут Александр Горбунов, и сегодня я покажу вам удобный жилой дом, который расположен всего в 5 километрах от Московской кольцевой автодороги по Ново-Рязанскому шоссе, неподалеку от чистых красивых озер и всего в нескольких минутах езды от станции метро Котельники. На участке также есть баня. Адрес дома: Московская область, городской округ Люберцы, поселок Ручеек. Продается двухэтажный жилой дом площадью 110 квадратных метров постройки 2014 года. Материал стен – газосиликатные блоки и утеплитель пеноплекс. Внутри и снаружи стены оштукатурены и окрашены. По всему первому этажу разведены и функционируют теплые водяные полы. Кровля – металлочерепица, стеклопакеты – рехалы. Дом состоит из двух несообщающихся секций с общим двором и придворовой территорией. В первой секции расположились на первом этаже прихожая, санузел, топочная, кухня-столовая, гостиная и на втором этаже спальня и гардеробная. Во второй секции – на первом этаже большой холл, прихожая, кухня, санузел. На втором этаже гардеробная и еще одна спальня. Земельный участок площадью 4,2 сотки с благоустроенной территорией. Дом огорожен металлическим забором с откатными воротами. Площадка перед домом и вокруг него выложена брусчаткой. Есть несколько плодовых деревьев и садово-огородные насаждения. Кроме дома на участке есть еще новая двухэтажная баня. Сруб отстоялся больше 2 лет, комнаты готовы к отделке. На втором этаже в бане есть еще 2 спальни. Коммуникации, электричество, вода из скважины, канализация, септик, топаз. Отопление – котел паратерм на дизельном топливе. Котел также может работать от газа, достаточно поменять горелку. Уровни сотовой связи и мобильного интернета здесь отличные. От Ново-Рязанского шоссе к поселку ведет новая асфальтированная дорога. Рядом с поселком большой Томилинский лесопарк, всего в 500 метрах от дома так называемые Котельнические озера. Эти водоемы с чистой синей водой – бывшие песчаные карьеры. В отличие от прудов, вода здесь не цветет, берега и вход в воду песчаные. Неподалеку вся городская инфраструктура города Люберцы, совсем рядом Мегамолл Мега Белая Дача, а также магазины Метро, Леруа Мерлен и другие. Транспорт. Всего в 7 минутах ходьбы от дома есть автобусная остановка «Карьер». Отсюда каждые 5 минут курсируют маршрутные такси до станции метро Котельники. Не откладывайте свою жизнь на завтра, звоните мне уже сегодня, я с радостью покажу вам этот дом.